очень здорово, очень захватывающе, очень понравились костюмы, все было продумано и очень эмоционально. На самом деле очень круто, очень волновались, но не зря волновались, все получилось. О, классно. Эмоции как? Переполняют, как не собрать кучу. Понравилось все, причем очень изумительно, разнообразно, интересно. Танцевали девушки, и все очень хорошо. Знаю прекрасно, как тяжело, что происходит в это время на сцене, за сценой точнее. Рита молодец. Я очень рада, что у нее такие успехи. Ощущения великолепные, просто потрясающие, очень классно, очень много драйва. Это, наконец-то, первый наш совместный концерт, который мы пытались сделать без грустных номеров. У нас было много энергии, много драйва, много движухи. Мне кажется, зрителям это понравилось, актерам это понравилось, и артистам просто, да, безобразие. Я надеюсь, что мы будем продолжать в том же темпе, выкладываться еще сильнее, выкладываться еще лучше. Я была, мы настроили себя, что мы все сделаем. Я безумно довольна, что получилось собрать больше 50 человек, артистов. Это прям что-то. И все очень разные, и все очень крутые, я считаю. Мне все очень понравилось. Очень понравилось. Ну, во-первых, это моя дочь. Да, поэтому это вдвойне приятно. Горжусь. Очень люблю. Все очень понравилось, а все остальное должны сказать люди, которые посетили этот концерт. Удачи, процветания, больше идей, творчества, креативности. В целом на 5, даже на 5 с плюсом. Добились многого, и, может быть, в дальнейшем развиваться и повышать свой уровень, свой профессионализм. Маргарите мы пожелаем еще сотню таких проектов, потому что она делает это клево, и она большая молодец. И мы ее очень-очень любим. Маргарите пожелаю силы воли, духа, разумеется, и научиться перекладывать ряд обязанностей на других. Она взваливает очень много на себя. Желаю ей дальше воплощать свои прекрасные, интересные идеи. А девочкам всем тоже желаю всего самого-самого светлого. А концерт замечательный. Дальнейших творческих успехов. Да, успехов. А мы поможем.